В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Надо еще один инструмент. Обойдусь, нет. Глаголцы. Где эти круглоголцы? О. Так, круглоголцы. Сейчас. Круглоголцы здесь. Откроем. Что? Без круглоголцев тут не подобраться. Так. Так, ладно, все. О, так вот, ладно. Ровно, ровно. Так, ладно. Так, все. Так. Так. Считаем по дороге. Как дело-то пошло. Так. О. Вот. Идет. Идет. Так, вот немножко. Немножко мне не нравится же. А, ну ладно, это мы. О! О, так вот. Немножко. Немножко я так вот, блядь. Прям по линии гиба. Ну все. Это вот эти линии. Вот эти линии гиба. Вот про них я печалюсь. И вот она. Здесь от нашей линии гиба. Вот она. Немножко размазана. Факт есть факт. Так, вот она у нас. Ну, здесь еще более-менее. Так, вот она у нас вот так вот. Должна отогнуться. Для чего? Для того, чтобы... Вот эту часть, нам, вот эту часть, чтобы можно было так поднять побольше, видите? Вот, и у нас теперь загнулось. О, вот это идеальное состояние. Вот сейчас она все у нас сейчас отогнута. Вот, можем спокойно. Вот. Так. Вот так. Можем. Блин. Так, вот сижу. Так, вот она у нас. 35.
Так, 35. Ну, с этой стороны. Так, с этой стороны сейчас. Ну вот, все хорошо. Теперь мы можем спокойно. Так, конечно, крямеры обычно делают вот здесь. Крямеры делают. Делают крямеру. Сейчас будем формировать. Так, вот мы сейчас будем формировать вот эту складку. Вот эту складку будем формировать. Так, линейки у нас это сейчас проверим. Так, можно ее тихонечко. Фальц онлайн для новичков. Где научиться, как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста-практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами, зарабатывайте сами. Учитесь с нами, зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы. Обязательно вот здесь надо закрепить, иначе она болтаться будет. Вот. Видите, вот здесь.